вечер, уважаемые телезрители. Здравствуйте, друзья. Это программа «Добрый вечер, Гомель», которая продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». Первый блок нашей программы посвящен талантливым музыкантам и исполнителям. Посредством своего творчества эти люди зажигают сердца не только чувственных дам, но и джентльменов суровых профессий. Потому что их работа и сцена, и служба. Участники вокально-инструментального ансамбля «Блокпост» Олег Гриневич, Сергей Мисюк и Марина Лавинецкая в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель». Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. А также их руководитель по службе, заместитель начальника Гомельского областного управления департамента охраны Василий Приходько. Добрый вечер. Уважаемые гости, мы, конечно, рады, что вы все-таки добрались к нам в эту студию. Но разрешите вас для начала поздравить с вашим профессиональным праздником, Днем образования службы Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь и пожелать успехов и карьерного продвижения по службе. Спасибо. Спасибо, что охраняете на наших улицах покой. У нас замечательная возможность сегодня имеется побольше узнать о вашем коллективе «Блокпост». Это вокально-инструментальный ансамбль. Я думаю, что зрителям будет интересно подключиться к беседе, скажем, даже заочно. Вашему коллективу 17 лет. 17 лет. Да. Как вообще создавался коллектив? С чего все начиналось? Коллектив создавался на базе воинской части 55-25. Тогда была известная на то время группа «Арсенал». Собственно, оттуда и пошел «Блокпост». Основателями Руденко, Юрий Руденко, Евгений Гузенков. А наши ребята уже присоединились в 2004 году. Я так понимаю, что, наверное, тому было какое-то основание, либо, может быть, предпосылки. Вот кажется, что люди все-таки такой, скажем, ну, четкой, суровой профессии, но, тем не менее, встречаются и те, кто занимается творчеством, поет и даже сочиняет музыку. Но если люди даже и суровые профессии, но душа у них поет, им все равно хочется петь. Они собираются и поют. Как, в каком году вы присоединились в коллектив? Я знаю, что не с самого начала. Я в 2004 году пришел в мае. Олег вот месяц... 2004 год. Да. Коллектив тогда менялся. Вот там люди менялись. И мы с Сергеем в 2004 году пришли. Но сегодня на студии основной состав, но не весь «Блокпост». Отсутствует одна очень важная фигура. Кто, да, Александр Говорушко. Александр Говорушко, который, да, у нас лежит в больнице. Мы ему передаем огромный привет. Саш, выздоравливай. Нам очень жалко, что тебя сегодня с нами нету. Василий Павлович, насколько мне известно, руководство положительно оценивает деятельность вокально-инструментального ансамбля. Что можете говорить по этому поводу? На сегодняшний день... «Блокпост» — это такая универсальная структура, универсальный инструмент. Направления их деятельности достаточно широкие, начиная от непосредственного выполнения и организации культурно-массовых, культурно-воспитательных мероприятий, как в коллективе областного управления, так и в подразделениях департамента охраны всей области, про них знают. Ну и также это визитная карточка нашего управления, благодаря которым, ну, часто открываются даже двери других организаций, там уже Саши Говорушки, про которые мы говорили, человек, которого практически знает, основная часть организации, структур, особенно в плане спорта, в плане культурных организаций. То есть это те люди, которые помогают не только поддерживать устойчивый морально-психологический климат в коллективе и в коллективах наших, но и также пропагандировать деятельность охраны, пропагандировать деятельность милиции в целом. Ну и неправильно будет думать, что основная задача наших сотрудников Центра культурно-воспитательной работы, в состав которого входит также музыкальный коллектив «Блокпост», это именно эстрада, только художественная самодеятельность. На них огромная еще нагрузка идет по протокольным вопросам, по оформительским вопросам. Каждый из них владеет на достаточном уровне соответствующими навыками для обработки информации в плане создания тех же фотоматериалов, видео, фильмов каких-то служебного характера, либо это воспитательного характера, либо профессионального толка. То есть это то звено в составе департамента охраны, без которого на сегодняшний день было бы не только, скажем так, тяжело, но и само развитие было бы не таким ярким, не таким активным. Ну и в целом в каждом коллективе, даже, грубо говоря, быт определяет
сознание, и для того, чтобы у нас в коллективе это сознание было соответствующее, человек шел на работу, хотел работать, возвращался с хорошим настроением домой, соответственно, руководство, а именно начальник управления прикладывает максимум усилий для того, чтобы формировать хороший моральный климат в любом подразделении департамента охраны области, ну и в том числе флагманом в этом является, наверное, областной аппарат областного управления, благодаря нашим сотрудникам Центра культурно-воспитательной работы. От того, как создаются условия, как оформлены наши кабинеты, как оформлена самая деятельность, оформление всех праздников маломальских, касаемых не только профессиональной деятельности, но и там, общественных, начиная там государственного толка, заканчивая чисто узкими, в том числе и такие, как и День финансиста, День кадрового работника, то есть то, что специфика наша. Ни одно это мероприятие не обходится без культурно-воспитательного центра, ну и, соответственно, без блокпоста. И думать про то, что они просто поют песни, сочиняют их и доносят до наших коллективов, неправильно. Было бы в корне неправильно. Да, у них большой объем работы. Расскажите о своем плотном графике и разнообразном. Знаю, что вы посещаете мероприятия не только в области, но и в стране. Где бываете, на каких мероприятиях? С Минска недавно приехали. Что там? Целую... Проходил конкурс профмастерства. Мы на стадионе выставляли аппаратуру нашу, ставили. Республиканский конкурс профессионального мастерства среди подразделений охраны департамента республики. И вот именно оформление музыкальной части, ведение концертной программы, а также ведение непосредственно конкурса было поручено на плечи нашего Центра культурно-воспитательного и на плечи блокпоста. То есть делегированы были в Минск именно как для этого. Задачи хорошо, потому что это не первый их, не дебют. В прошлом году в Гродно они то же самое делали. И в 2013 году начало, когда мы на Гомельской земле проводили данный конкурс, они там дебютировали. Я так понимаю, что всем понравились. И поэтому в том числе и по всей республике они выступают и ездят. Но самое большое достижение в составе этого коллектива, то Дворец Республики, Дворец Республики на сцене они также выступали. Для нас это сопровождение президентского оркестра. Тоже как бы большое как достижение. Это было? Расскажите вообще это впечатлениях. Это было 2014 год, да, получается? Да, это 60 лет охраны. 60 лет охраны, да. Я думаю, что мероприятие, огромное. Это высокого уровня мероприятие, тут даже не о чем говорить. Каковы были вот ощущения? И процесс подготовки наверняка был серьезным. Вы знаете, что на сцене мы стоим довольно-таки долго, давно, но, честно говоря, подкашивались почему-то ноги. У Сергея Мисюка, когда он вышел на финальную песню, он мне говорит потом за сцену, у меня вот так дрожал просто рука, у меня дрожал микрофон, когда весь зал полностью, вот весь зал на финальную песню, он просто встал. Какую песню исполняли? Собственно, производство. Гимн Марш охраны. Очень такая эмоциональная, мощность. Вышли в конце все артисты. Мы открывали концерт и закрывали концерт. Которые выступали в этом концерте. Олег Гриневич даже умудрился гитаристу, который участвовал в оркестре Бабарыкина, даже дать свой совет, что как-то неправильно ты играешь. Кстати, Бабарыкин прислушался. Здесь будет тоже в тему, что отбором артистов для данного концерта занимался не департамент охраны. Сам Бабарыкин отбирал номера, и вот наши ребята открывали, закрывали. То есть это тоже большая честь для... Ну, конечно, честь. Это открытие, закрытие самое важное. И вы открывали, закрывали. Ну, просто браво, молодцы. Что можно говорить о творческой атмосфере? Я знаю, что вы пишете музыку, вы сочиняете стихи, да, и потом накладываете на них музыку. Кто этим занимается? Один человек, либо это совместное творчество? Совместное творчество и происходит абсолютно по-разному. Иногда у кого-то рождаются идеи, а потом мы вместе собираемся, делаем аранжировку. Спорим иногда. То есть периодически все-таки очень здорово, творческое искрание. Что-то там не нравится. И в конце концов приходим к общему мнению, и получается произведение. Бывает, что занимаемся какой-то основной работой. Вдруг Олег Гриневич говорит, слушайте, так надо написать новую песню. А надо. А как будем писать? А вот у меня есть такая наработка. Вот он берет гитару, становится возле окна, смотрит в окно, наигрывает на гитаре. Тут заходит Саша, слышит, что он наигрывает, говорит, а может быть вот на клавишах будет вот уместно такая-то тема. А потом это все лепится, как снежный ком.
Но нарастает. А бывает, что такие споры, что даже летят чашки друг друга, что ты неправда, что тут не тот аккорд. Сейчас много песен в столе просто лежат. Тут есть песни, которые просто лежат в столе, недоделанные. Почему? Ну, как-то вот ждем своего времени. Пазл не собрался пока, да? До конца не собрался. Должна прийти муза. По развитию коллектива идет от меры поступления. То есть из присутствующих, вот Олег, он самый хранитель традиций, то есть больше всех в составе данного коллектива. А потом, ну, тоже давно появился Саша Говорушка. Коллектив начал уже расти не в плане петь для себя, а в плане уже на городе. Его начали узнавать, знать, благодаря его умениям. А, то есть был такой период, где мы больше зацикливались, наверное, на подразделениях охраны. Но пришло время... Пришла к нам Марина. Это расцвело все заново, потому что вместо одного авторитарного управления этим коллективом, Лаза Говорушка, появился человек, которому трудно спорить. Да, с позиции, во-первых, что это девушка, и, во-вторых, что она тоже имеет соответствующее образование. И получилось новое развитие. И ну вот, в плане создания даже песен я как администратор немножко еще добавлю. Муза-муза, ну, бывают такие ситуации, вот, допустим, возникла у нас служба охраны, основной костяк – это сторожевой состав, а ни одной песни его посвященной нету. Но с нашей стороны пошел заказ, они родили такую песню классную, которая буквально за месяц... Которую можно послушать, и именно в тему, ну, может, для обычных людей она как-то непонятна, но для тех, кто работает в охране, в тему, и... Ну и классная музыка, и классная обработка, и то, что надо. То есть иногда муза, но иногда и административный такой ресурс. Про кадры тоже так песня была написана, как кадрового работника. Тоже за месяц где-то родилась. Как вообще родились стихи к этой песне? Расскажите, надо работать. Вот это самая сложная тема у нас. У нас с музыкой как бы попроще. Со стихами немножко... Со стихами у нас сложнее. Ну, по-разному. Иногда там совместно, иногда консультируемся, иногда сторонних авторов просим написать текст. Иногда берем готовый текст, там, посмотрим где-то в департаменте, есть кто-то сочинил хороший стих. Начинаем его немножко, естественно, с разрешения автора переделывать и под музыку дорабатывать. Ну вот как-то так процесс проходит. Мне кажется, даже вот как на заказ песни писали, проще вам, потому что вы в этой системе варитесь, знаете всю специфику. Вот если написать какую-то песню там про какое-то подразделение. Мы все равно консультируемся с людьми, которые там... Да, ну, конечно, в любом случае. Даже когда про сторожи, мы отправляли их именно посмотреть работу, чем они занимаются. Не со слов, а на объект охраняемый, чтобы они увидели, что именно сторож занимается, чтобы это можно было потом им знать, про что они сочиняют. Ну, хоть это звучит неправильно, но это было так. То есть песня посвящали... мощная, такая харизматичная. Да, 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 там ударная, да. Очень сильно прослеживается. Рокового плана. Кстати, вот мы плавно подошли к вопросу о репертуаре. Я знаю, что у вас он достаточно такой широкий, да, вот рок направление до эстрадной музыки. Есть, допустим, песни такие более тяжеленькие с рокового направления. Ну и есть песни такие полегче. Конъюнктурные, как они называются у нас. Ну, опять-таки, это тоже в зависимости от публики, от зала. Мы смотрим по залу, если надо вот такой репертуар, мы берем такой репертуар. Если, допустим, другой, мы смотрим, ну, по обстоятельствам. Ну, как тронула ваша песня «Мама» на День матери в городском центре культуры? Расскажите, как песня эта рождалась? Это Сашина песня, да? Саша Александр Говорушка написал где-то примерно в районе 2000 года, что-то так. Это очень давно он написал. Вот я знаю, как я ее именно в то время слышал, когда он ее... написал, да, песня хорошая. Если я не ошибаюсь, примерно в то же время ваш коллектив получил звание народного любительского коллектива в Беларуси. В 2008 году. В 2008 году. Мы защитили. Как это произошло и благодаря каким условиям и обстоятельствам? Там Юра Руденко собирал все документы со дня образования. Довольно сложно, да, процесс. Очень... Самый главный процесс – это был концерт, когда собралась комиссия, сидели с Россией, Украиной, Белоруссией, и ребята давали полностью концерт, часовой концерт. Да, происходило так, да. Пришла комиссия, причем концерт был серьезный, надо было защитить звание.
Вот. Ну и мы подобрали репертуар такой довольно-таки непростой. Разноплановый? Он состоял, состоял из наших песен полностью. Были, да. И... Там инструментальные произведения были, да, мои в основном. Олег Гриневич у нас пишет инструментальную музыку. Штуки 4, наверное. Вот, им очень понравилось. И остальное все там охрановские, про охрану песни и про любовь. Все и только наши, исключительно произведения были наши. И вот. Как отреагировали на концерт? Звание народного. Звание получили. Да. В прошлом году и потом подтверждать его надо каждые 3 года. Да, в том году, кстати, у ребят было подтверждение этого года. Тоже полностью был зал в ГЦК. Это был уже новый альбом? Это были разные новые песни. Это были уже песни. Разные. Условия у нас хорошие, у нас есть и оборудование, и аппаратура, и студийное оборудование неплохое. Вот. Стадион можем озвучить. Мы репетируем свой материал, свой там же и пишем. Как часто репетируете? Ежедневно. Не так часто, как хотелось. Нет, не так часто. Не так часто, как хотелось. Но бывает, что мы находим какой-то маленький промежуток. И даже в этот промежуток иногда Олег просто закрывает все двери. Индивидуально занимаемся. Начинает играть на гитаре. Я иногда собираюсь с Сергеем, мы тоже закрываем двери, ему нужно выучить какую-то новую песню. Мы подключаем микрофон, берем пипитер, ставим слова и начинаем гонять. А тут Олег открывает дверь и говорит, а что это вы тут делаете? А мы учим песню. Так и я хочу. Он надевает гитару и начинает вместе с нами играть. Вот. А потом подсоединяется Саша, говорит, а что-то вы тут делаете? А потом подсоединяются клавиши, и вот так происходит. Все по-разному бывает. А все это происходит на здании физкультурно-оздоровительного центра нашего, новопостроенного. Он, когда его проектировали, еще тогда понятия не было у нас про блокпост. Но в ходе строительства уже сразу было запланировано, где они будут, где будет студия. Тем более, что студия до этого базировалась на базе центрального отдела охраны. И мы же представление имели, что такое, что там и звукоизоляция, и установка барабанная должна находиться отдельно от других инструментов. То есть уже под это пытались подвести, но в результате у них... Достаточно помещений, достаточно емкостей и оборудования, чтобы работать самостоятельно. Кстати, о ФОКе. Насколько мне известно, объект сейчас очень востребован. Заполняемость там практически 100%. И, мне кажется, все довольны и счастливы. Да, долго он шел к решению для того, чтобы построиться. Но Александр Федорович Лисимов, начальник управления, это дело взял и завершил, скажем так. Это борцовский зал, игровой зал, силовых упражнений, там всевозможные реабилитационные помещения, которые используются. Мы привлекаем туда для занятий, получается, все подразделения города Гомеля там занимаются, это 4, ну, в каждом районе по одному. Также там занимаются, ну, аппарат управления нашей школы, подшефные 25-е дети приезжают, тоже занимаются еженедельно. И в целом оборот данного учреждения получается около 700 человек за неделю. Я также знаю, что усилиями сотрудников департамента охраны на базе 25-й школы города Гомеля открыты правовые классы. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении деятельности. Работа с правовыми классами была начата летом прошлого года, в 2015 году, даже в начале лета. Появилась такая идея, что под эгидой департамента охраны создать правовые классы. Это инициатива или установка была с Минска, то есть нам было рекомендовано работать. Обратились мы в отдел образования железнодорожного района, с какой бы школой сотрудничать. Ну и в результате вышли на школу номер 25. По ряду причин. Первый учебный год завершили весной. Это была обкатка, это было... Присматривались мы к ним, потому что для нас дело новое. Они к нам, я имею в виду ученики, к сотрудникам милиции. Но в результате чего этим летом администрация школы обратилась с просьбой. У нас было 2 правовых класса, 8-й и 10-й. Добавить еще один...
третий класс, с которым мы работаем. Работа в целом с ними заключается. Ну, мы перед собой ставим две цели. Первое – это информирование детей о деятельности милиции в целом. То есть мы не нацеливаем их, что вот департамент охраны там как бы нет. В целом про милицию. И туда дети подбираются, родителями беседы проводим всегда. С дальнейшей перспективой поступления в учреждение образования системы МВД. Так вот. Ну и вторая цель, как и цель всей милиции в целом и всех педагогических коллективов, это детей занять, увлечь их от компьютеров, от вредных улиц. Насколько востребованы сейчас вот именно на конкуренция была, и был даже выбор вот в начале перед сентябрем, когда мы общались с дирекцией школы, она жаловала, что есть проблема, она количество людей, детей, заявленных для обучения в данных классах, превышает их возможности, и вот она вынуждена даже идти на те меры, чтобы кому-то не предоставить данную возможность. Естественно, обучение если, в, течение, если в течение года созрела необходимость открытия третьего класса, то, это хорошо то и понятно, правильно. Что да, востребовано. Там в плане педагогического воздействия нагрузка небольшая с нашей стороны. В целом занятия с детьми в чем состоит? У нас еженедельно с каждым классом происходит встреча наших представителей, так как правило, либо аттестованный состав по направлениям деятельности, либо сотрудники группы психологического сопровождения. Это с каждым. Раз в неделю они прибывают на наш этот ФОК, о котором мы говорили, где проводятся с ними занятия. Тоже направленность такая, там, самообороны, приемы, общие физкультурные там, упражнения. Ну и сам ФОК для детей, это интересно. У нас инструктора, они обучены и работают с детьми, умеют, все красиво там происходит. Ну еще по просьбе школы, опять же, администрации, это начинаем практиковать для, они говорят, дисциплинируют, и чтобы в качестве примера, это по пятницам наш тоже офицер приходит и наглядно, ну, на виду других учеников проводит занятия там, в течение 10 минут по строевой подготовке. Но это так видно и заметно по них. Дисциплина еще никому не мешала и не навредила. Все остальное учебный процесс обеспечивает школа, и там больше вмешательства нет. Вот именно вот три направления. Это теоретическая часть, это занятия по физической подготовке на базе нашего ФОКа, ну и элементы строевой подготовки. Ну и школа, в свою очередь, естественно, стремится и старается не пропустить ни один праздник наш, который происходит. Там и готовят и номера художественной самодеятельности, сценические номера, выставки своеобразные, там рисунки, конкурсы общие проводим. То есть в целом взаимодействие, такой симбиоз, и нам интересно, и выгодно, и то же самое для школы. Марина, выступает коллектив «Блокпост» на базе 25-й школы? Неоднократно. И День учителя, и Новый год. И 1 сентября. И 1 сентября мы открываем вместе с ними линейки. И вот правильно Василий Павлович сказал, что правовые классы участвуют постоянно в наших концертах. Как раз сегодня у нас был концерт в 3 часа, где 25-я школа предоставила нам два замечательных номера. Дети танцевали вальс. И девочка одна пела патриотическую песню, но довольно-таки задорную и забойную такую, которую зал поддержал аплодисментами. Все ребята выступают в бальных костюмах, когда они приходят к нам на концерты. Вот сегодня они выступали. За время вальса они поменяли два раза наряды. Красивые бальные постановки, красивые танцевальные па. Такое ощущение, что танцуют профессионалы. В общем, удовольствие вы тоже получили. Подарок удался на ваш праздник. Конечно. День открытых дверей на базе питомника служебных собак Гомельского областного управления охраны – регулярное мероприятие. О целях и задачах нам расскажет милиционер-кинолог Сергей Калинчуков. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей. Присаживайтесь. Пожалуйста. Расскажите, как зовут питомца? Питомца зовут Инар. Это молодая собака. Ему 2 года с небольшим. Как бы ее я готовлю с 2-месячного возраста для службы. Но как, он не подводит вас? Не подводит.
Сколько нужно вообще времени, чтобы собака научилась выполнять необходимый перечень команд и уже была готова к службе? Это как бы для каждой собаки индивидуально. Это все равно, что если говорить о том, за сколько ребенок выучил английский язык. Кому-то это дается быстрее, кому-то медленнее. Дети очень любят, когда вы показываете выступления, и моменты задержания преступников. Как воспринимает аудитория? И приходят ли потом дети и спрашивают, может, какие-то вопросы уточняющие задают? Всем нравится, особенно нравятся элементы задержания, поэтому мы обычно показываем сначала общий курс, а потом всю кусачку. Многие дети спрашивают, где можно получить такую профессию. В Беларуси достаточно, можно сказать, редкую, если брать через обучение. И мы им подсказываем, направляем, потому что наш питомник сотрудничает с Гомельским областным клубом спортивного декоративного собаководства. На базе этого клуба есть кружок «Юный кинолог», где занимаются детишки. Даже после показательных выступлений на питомнике дети к нам подходили, мы давали им координаты, и они успешно начали заниматься в этом обществе. Объединение. Но это большой труд, дрессировать собаку. Это нужно поменять свой образ жизни, режим и подстроиться под питомца. Конечно. Или наоборот, питомца подстроить под свой режим. Подстроить питомца под себя, потому что если начать подстраиваться под питомство, то он садится на голову. Хорошо, команду лежать выполнит? Лежать. Ай, хороший. Красавец. Каким навыкам обучаете собак и какое количество питомцев находится на базе питомника, служебных собак? На базе питомника на сегодняшний день находится 20 собак. 7 из них это собаки именно племенные животные питомника. Остальные это собаки подразделений, кинологи, которых не могут их держать дома, и поэтому они стоят на питомнике. Но в деле задержания насколько эффективна собака вообще при... поимки преступника, при, может быть, вычислении местонахождения? Вообще в раскрытии преступления собаки эффективные. Даже как недавно милиционер центрального отдела, милиционер-кинолог Станислав Тарасенко выехал в область Монастырька. Гражданка передала сообщение, что через забор крадут инструмент. И по прибытию наряда милиции, естественно, никого уже не было. Собачка взяла след, отработала, и были задержаны граждане. Инструмент тоже был найден. Как без них? Никак без них. То есть, в принципе, никакие высокие технологии в сфере системы охраны не могут иногда заменить таких верных и преданных помощников. Правда, Василий Павлович? Как говорят специалисты, что электронного аналога носа собаки на сегодняшний день не существует. То есть другие какие-то элементы электроника достигла, а заменить нос собаки нет. И в целом кинологическая служба – это основа, наверное, охраны. И всегда охрана, она сопоставляется у простых людей. Именно что это милиция, которая несет службу совместно с служебно-розыскными собаками. Но в плане того участия их в раскрытии преступлений, это, конечно, безусловно, большое значение. Два направления. Первое – это поисковые мероприятия по запаховому следу и так далее. И второе – это спецсредства на уровне тех же, которые используют сотрудники органов внутренних дел. Это средства защиты сотрудников милиции, средства для преследования правонарушителей. То есть незаменимая вещь, которая... То есть без раздумий собака пожертвует своей жизнью ради того, чтобы... Да, и более того, уже милиционер-кинолог, находясь со своей собакой, это надежный напарник, который никогда не подведет. И в любой схватке это он на голову выше, чем обученный любой другой. Для развития этой отрасли, не отрасли, а для развития, скажем так, кинологической деятельности вообще было принято в прошлом году, в 2015-м, создать единую группу кинологическую, которая не задействована на выезды по сигналу тревога и так далее. Она базируется на базе питомника нашего. Заступают круглосуточно милиционеры-кинологи и именно специализируются на выезд на происшествия по всей области. То есть это, чтобы не отвлекать от несения службы милиционеров-кинологов, непосредственно задействованных на маршрутах. Есть такое. Раз это создали, значит, значимость и востребованность ее существует. С 64-й годовщиной образования службы Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь своих коллег поздравил начальник Гомельского областного управления охраны Александр Лисимов.
Подводя итоги работы подразделения Департамента охраны Гомельской области за 2016 год, хочется сказать, что все подразделения со своей задачей основной справились. Это защита объектов всех форм собственности. В преддверии нашего праздника, 64-й годовщины образования службы охраны, я хочу поздравить все коллективы охраны Гомельской области. Пожелать хочу удачи, здоровья, счастья, всего самого-самого доброго коллективам, семьям. Отдельное спасибо хочется сказать нашим ветеранам, которые ранее несли достойно ту службу. И то, что имеет сегодня подразделение охраны, это благодаря заслуге наших ветеранов. С праздником, всего вам самого доброго. Ну и напоследок, уважаемые гости, что хотелось бы вам еще сказать в этот праздничный день? Может быть, поздравить коллег? Вам слово. Праздничный день, 64-я годовщина образования нашей службы. Прежде всего, коллективам пожелать я хотел бы сплоченности, хорошего морального духа в коллективах, потому что от состояния дел на работе зависит все остальное, в том числе и семейные отношения, и в целом настроение, с которым формируется и здоровье, и прочее, прочее. Нашим ветеранам хотел бы еще раз сказать спасибо, ну и также коллективы действующие, как аттестованный состав, также гражданский персонал, который выполняет основную часть охранных функций, поздравить с этим праздником, пожелать крепкого здоровья, удачи, успехов как на работе, так же хорошего состояния дел дома, в быту, вам и вашим близким родственникам. Спасибо огромное. На этом наша программа подходит к завершению. И мы желаем вам побед и новых достижений. Спасибо. Всего самого спасибо. Хорошего. И спасибо вам за ваше творчество. Спасибо. Всегда поля, леса, луга над речкой плавной. Зовут дороги, манят города. Все это под надежною охраной. На мирный труд с утра спешит народ. Спокойны все, ведь каждый твердо знает. Охрана наша рано не встает. Охрана никогда не засыпает. Честь уносим на плечах, на страже счастья, мира и закона. Чтоб небо было в солнечных лучах, свою задачу каждый выполнит достойно. Преграды нет для молодых ребят, они сильней, богатырей из сказки. Рука сжимает крепко автомат, глаза горят огнем под срезом каски. Для группы каждый выстрел боевой. Так было, есть и будет ежедневно. Стоит охрана на передовой. В борьбе со злом победа неизбежна. Погоны честь уносим на плечах, на страже счастья, мира и закона. Чтоб небо было в солнечных лучах, свою задачу каждый выполнит достойно. Страны родной передовой отряд, надежен путь, не подведет машина. Седой полковник, молодой сержант, в одном строю, как сжатая пружина. Пусть нелегко, но ведь служить идут. Не за чины, награды или звания. Спасибо вам за ваш почетный труд, за то, что вы в охране по призванию. Погоны честью носим на плечах, на страже счастья, мира и закона. Чтоб небо было в солнечных лучах, свою задачу каждый выполнит достойно. Спокойно спит, любит.
защитим ее покой от сброда. Награда Родины не только ордена, награда Родины доверие народа. Награда Родины не только ордена, награда Родины доверие народа. Это программа «Добрый вечер, Гомель», и мы продолжаем. И с удовольствием хотим представить нашу следующую гостью. Это коллекционер флажков, песочных часов и глобусов Наталья Сетькова. Добрый вечер, Наталья. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Наталья, мы знаем, что ваша квартира уже превратилась даже в настоящий мини-музей. Собираете вы все эти вещи, причем не одна, а вместе с супругом. Расскажите, когда и как появилось вот в вашей семье такое увлечение? Ну, мини-музей, это, конечно, я громко считаю, сказано. Громко сказано, но мне приятно. Да, когда-то начиналось это увлечение у меня у одной, но сейчас это уже такое семейное хобби. Началось это где-то был 2003-2004 год. Уже больше 10 лет. Коллекции да. Более 10 лет. Да, да, да. Можно так сказать, а чего так. Все началось? Вот как вы ни с того ни с сего? И что в первое стали собирать? Самый первый это вот глобус. На полу. Да? Большой, который стоит. Подарил мне родной брат Владимир. Он подарил как сувенир. Это настольная лампа. То есть его можно включить, и под него можно... И видно хорошо, да? Да. Он как и раньше, так и сейчас занимает свое место на письменном столе у детей. Отлично. Откуда вообще такая страсть коллекционировать глобусы? Страсть, это, можно сказать, стало недавно. Поначалу это было просто, вот действительно, как вы сказали, увлечение, хобби и страсть. Это уже стало со временем. И, честно говоря, ни к чему не привязано. Расскажите, что из себя представляет ваша коллекция глобусов. Знаю, что там самые разные. Да, глобусы – это такое, как оказалось, удивительное для некоторых увлечение. Ну, вроде бы так, я тоже никто не слышала, чтобы таким увлекался. И глобусы самые разнообразные. У нас есть глобусы-копилки, есть глобусы вот такой интересный флакончик, такой можно жидкость сюда налить. А он открывается, да? Да, он открывается. Вот даже можно гостей чем-то удивить, поставить на стол. Глобусы-копилки сейчас вот актуальны они стали, да, когда у нас появились кстати, монеты. Да, да, глобус-свеча, мы его, конечно, не зажигаем, он стоит как сувенир. Глобусы-подставки для ручек, для блокнотиков. Есть интересный глобус-подставка для очков. Я его, к сожалению, не взяла, потому что он несколько раз пострадал. Он активно, наверное, был в обиходе, да? Да, да, да. Керамический глобус есть такой интересный. Есть раритетные глобусы, я не знаю, сколько им лет, но они довольно-таки старые. Это все подарки. Один глобус у меня тетя нашла у соседей на чердаке. Так, Наташа моя любит, значит, я ей отнесу, да? Да-да-да, потому что же знают все. Глобусы-мячики есть, здесь вот есть один мячик, есть такой маленький, есть побольше. Были такие надувные большие мячи, но они, к сожалению, тоже... Их можно использовать как мяч? Можно, да. Да, они... да можно. Мне кажется, что человек, который коллекционирует глобусы, должен любить путешествовать. Я прав? Ну, такой особой страсти нет, признаюсь. Особо я не путешествую. Вы путешествуете благодаря своим глобусам. Открыл место на карте. Ага. Надо запланировать поездку. И географию с детьми учить хорошо. Ну, зато каким-то образом в вашей коллекции оказался глобус Украины. Почему именно эта страна? Глобус Украины? Глобус Украины, да. Я вот вам покажу поближе. Вот это глобус Украины. Когда-то был такой анекдот, может, помните? Девочка пришла в магазин и говорит, дайте мне тетрадку в горошек, чернила для третьего класса и глобус Украины. Ну вот, анекдот этот превратился в жизнь. Здесь, да, здесь только Украина. С одной стороны административная карта, с другой физическая. Ну, Украина, у меня родители с Украины. Они там вы родились. А вы? Я уже здесь, брат у меня старший, он родился на Украине тоже, ну, а я уже здесь. Ну, мы там часто бываем, очень много родственников. Наверное, влечение глобусофилии – это все-таки удовольствие не из дешевых. Да.
Да, вы правы, не из дешевых. Даже если вы не обращали внимания, то сейчас можете обратить внимание. В книжных магазинах они продаются, и они, конечно, такие не из дешевых. Но, если честно, я их сама не покупаю. И, наверное, совсем-совсем? Ну, очень редко. И, наверное, это было бы неинтересно, если бы можно было пойти в магазин, купить вещи, поставить. Просто люди знают, что вы коллекционируете. Да, то есть как-то же интересно про что-то вещь. Не просто, что она куплена в магазине, а что-то с ней, чтобы было что-то связано. История какая-то. Пусть она будет маленькая, но... Самая дорогая история. Сердцу история, связанная с глобусами, какая? Ну, наверное, это все-таки Украина. Ну, тогда расскажите. О чем бы мы ни говорили, мы возвращаемся к теме Украины. Ну, как-то вот тогда много родственников, да, скучаю. Тогда расскажите о том глобусе, который так дорог вашему сыну, 6-летнему Роману. Да, Рома мой любит вот этот вот красивый черный глобус. Ему только год в нашей коллекции, это в том году. Моя семья подарила мне ко дню учителя. Он интересен тем, что в темноте он светится и вращается. И вот когда он только появился у нас, и Роман ложился спать, мы его включали. Вместо сказки на ночь. Да, да, да. Комната освещалась. Это интересно. Это вот, да, это его любимый глобус. Но сейчас у него еще и копилки стали ему интересны, потому что появились монетки. Вот розовый глобус, это глобус-копилка. И а покажите, он еще... как он... Он еще и с детским таким рисунком. А я вижу, да? Что такой яркий розовый, наверное, такой. Да, яркий розовый. И здесь вот Винни-Пух. Можно путешествовать с Винни-Пухом. И там монетки. Даже собирать. Занимательно. Вращаешь глобусы, да? И денежки звенят. Да, да, да. Вы знаете, вы говорите, что в основном вам дарят глобусы. Мне кажется, это еще ценнее коллекции, потому что их бы было больше. А так их и так много, и все за счет того, что подарили люди. Да, ну, да. Внимательно очень, раз знают ваше увлечение. А на иностранном языке есть у вас глобусы? Есть дома. Стоят такие, знаете, китайские. Последний глобус, который появился в коллекции, это мне соседка нашла у мамы, это радио, глобус радио. Здесь радио. Написано «Таллин, 87-й год». Вот он у них стоял где-то дома, да, никому не нужный. Интересно. Мы его отмыли, оттерли. И такой два в одном. Да, нашим да. Радищикам надо такой показать, тяжелый. Наверняка заинтересуется. Может, его даже можно и отремонтировать. Мы знаем, кстати, интересно что... было бы да, попробовать отнести. Конечно. Ремонт. Мы знаем, что материки и страны у вас не только на глобусах, но также на стенах в доме. Да, да. Когда мы купили квартиру, уже у нас небольшая коллекция была, и при планировке мы уже думали, где займут свое место глобусы, песочные часы. Мы решили с детьми, вот на семейном совете, что это будет детская комната. Выбираю обои, я захожу в магазин, глобусы, естественно. На обоих у нас глобусы, часы в детской в таком морском стиле, как руль на корабле. Люстра такая тоже в морской тематике. Даже постельное белье. Потому что я один раз зашла в магазин, и ткань, вот глобус, и там воздушные шары. Я, конечно же, сразу ее приобрела, пошила детское белье. Вот. У меня дети путешествуют. Но у детей по географии должны быть точно только десятки. Да, обязательно. А скажите, сколько уже сейчас ваша коллекция глобусов насчитывает? 54 глобуса. 54. Ну что, мы все о глобусах и о глобусах. Тут же есть еще о чем поговорить. Песочные часы, Наталья. Расскажите об этом увлечении. Сначала глобусы, а потом как появились еще и песочные часы? А как-то, вы знаете, одновременно. Я вот уже даже вспоминала, если вот про первый глобус я точно помню, то часы, вот вроде бы вот эти часы я купила сама себе. Как-то у бабушки, я помню, были такие раньше, и я очень хотела. И уже тоже, когда выросла, я такие часы приобрела, потом как-то вот подарили еще одни часы, и вот как-то она тоже пошло-пошло. Это песочные часы, которые у нас перетекают вверх. Я про такие не слышала. Этим они необычные. У меня таких двое. Пошло. Да. Насколько они по времени, эти часы? Ой, они... замечательно, какая красота. Минут 5-7. Угу. Даже чем-то расслабляет. Вот заглядываешься. Они... Конечно, вода. Такие якобы бурбалки идут, да. Песочек. А покажите те, которые два в одном. Вот песочные глобусы. Часы, это да, это тоже мне очень брат красиво. Подарил. Вообще вот брат с семьей, они мне очень много подарили глобусов и песочных часов. Да. Там тоже вот часики и глобусы. Это такой вообще уникальный экземпляр, я считаю. Ну а в быту используете эти песочные часы? Хоть как-нибудь практическое назначение и применение? Вот такие детские песочные часы, они предназначены для деток, чтобы они чистили зубки, засекали время. На присосочке можно на зеркало повесить. Это моим детям такое надо. Отлично, приходится заставлять дольше чистить. И пока у нас часики
тикают. То есть как минимум 1,5-2 минуты. Да, да. Таких у меня тоже несколько детских есть. Они всю пасту зубную расходуют. Есть ракета, есть крокодильчик, вот такие интересные. А сколько песочных часов? Около 60. Даже больше, чем это уже достаточно обширная коллекция. Да. И вот это мои самые любимые, это тоже в том году мне подарили. На магнитике. Моя семья, мы их называем ежики. Ой, а что там такое образуется, что-то? Ой, как интересно, куст растет. Вещество. Да. Много времени уже прошло с тех пор, как изобретены были песочные часы. Сегодня немало используются, в основном все больше в качестве декора. А самые большие песочные часы в мире построили венгры. Их высота составила 8 метров. Из-за своей необычной формы они получили название «Колесо времени». При строительстве этих часов были использованы гранит, небьющееся стекло и сталь. Запущенное колесо было в 2004 году, 31 декабря, в 00 часов. Один раз в год, а именно 31 декабря, колесо совершает поворот на половину круга, и верхняя пустая камера перемещается вниз. Начинается новый годовой цикл пересыпания песка. В этом колесе времени слились древнейший метод исчисления времени и технологии 21 века, представленные полуавтоматическим механизмом пересыпания песка, что превратило эти часы в настоящее произведение искусства. Самые миниатюрные песочные часы были изобретены в Гамбурге в 1992 году. Высотой они составляли не более 2,5 сантиметра, а песок пересыпался из верхней в нижнюю камеру не более чем за 1,5-2 секунды. Наталья, ну, мне кажется, такие миниатюрные песочные часы, ну зачем они в хозяйстве? Ну, 5 секунд, 3 секунды, ну что можно измерить таким непродолжительным отрезком времени? Они только для коллекции. Я считаю, что они только для коллекции. Но они необычные, правда, интересные. Ну, конечно, они такие маленькие. Многим, я знаю, людям просто нравятся маленькие вещи. Вот такие вот еще часики интересные, сочные. Они сердечко, и они на магнитике. Вот. Наверное, вам дарили на день влюбленных, нет? Если честно, не помню, я думаю, да. Очень красивые, изящные такие. Наталья, ну, помимо того, что вы коллекционируете глобусы и песочные часы, вы же еще... собираете флажки самые разные, такие, да, знаю, есть у вас очень редкие. Расскажите, почему именно флажки и что интересного есть в вашей флажки коллекции? Вот как-то, я вот вспоминала, вот все в одно время появилось, и вы тоже, наверное, обращали внимание, я думаю, что у вашей телерадиокомпании есть флажок. На праздник мы приходим, и всегда раздают какие-нибудь флажки. Ну и вот так вот с какого-то праздника я пришла, там, белорусский флажок, потом Гомельской области, города Гомеля. Потом, естественно, появился там Украина, Россия, скажем, такие ходовые. И как-то у меня это увлечение тоже пошло-пошло. И с любого праздника я всегда возвращаюсь с флажком. А есть что-то вот совсем необычное, где уже не найдешь? Это вот у меня флажки, они вот представлены здесь на столике. Это октябрятские такие, если помните, не помните, такие вот старые-старые флажки. На них даже еще стоит цена 20 копеек. Ну, у нас тоже сейчас актуальная цена, да, 20 копеек. Ну, конечно же, Кремль. Что еще можно было изобразить на флажках? Да, это октябрятские, там вот есть надпись «Пусть всегда будет солнце», «Дружба». То есть сейчас, я думаю, что это уже можно назвать раритет. Мне кажется, что флажки коллекционируют достаточно большое количество людей. Правда, я не ошибаюсь? Такое, мне кажется, занятие распространенное в сравнении с глобусами и песочными часами. Ну, может быть, потому что собираю я, и мне все дарят. У меня знакомых нет все-таки, кто собирает флажки. А какая вот главная особенность ваших коллекций? Наверняка какая-то функция, предназначение? Ну, глобусы, вот мы уже с вами говорили, что все-таки вот даже старший сын уже отучился, но как бы мы использовали, да, когда он учился в школе. И с младшим, когда придет время учить географию, оно может где-то интереснее будет, может где-то легче все-таки. Не у каждого, и даже дома есть глобус. Вот. И флажки, я вам хочу даже сказать, что историю можно по флажкам изучать, по моим. Потому что октябрятский сейчас, который у нас есть, и пионерской организации флажок, и БРСМа есть флажок. То есть пройдет время, как бы тоже можно как-то будет проследить. Но это всегда занимательно. Вот любого гостя можно чем-то увлечь, да, о чем-то рассказать, удивить. И я думаю, что это только одни плюсы от этого занятия. Даже по флажкам, вот флажки стран, да, можно какую-то викторину быстренько организовать в домашнем кругу.
А как решаете вопрос с их размещением? Ну, детское, вы сказали. Ну, в конце концов, куда-то нужны учебники ставить и на шкаф, куда вы их ставите? Все продумано. Пока помещаются? Да, да. Пока и когда песочные часы у нас стоят в зале, мы тоже, когда планировали мебель, мы там предусмотрели полки. Пока еще у нас есть место. Как будет дальше, не знаю. Ну, вот флажки пока, к сожалению, на полочке спрятаны. Но их очень много. И как бы расставить их пока мы еще до конца не продумали. Угу. Наталья, наверняка мечтаете, чтобы в каждой из коллекций появились какие-то, ну, очень редкие, которые вам очень нравятся экземпляры. О чем мечтаете? Глобус? Ну, песочные часы, я вам даже скажу, что и в Гомеле я уже видела интересные. Их все-таки, когда начинаешь обращать внимание, их много. А вот. Ну, а глобус, многие тоже знают о моей цели или о моей мечте, как сказать. Я бы хотела, чтобы у меня появился глобус-бар большой. А, да, это такой напольный, да, шикарная вещь. Да, да, да. Ну, пусть мечты сбываются, друзья знают. Знают, все знают. Супруг знает, глядишь и... Я думаю, что найдется такой праздник и повод, или, может, просто без повода, и такой экземпляр появится. Наталья, ну вот это общее увлечение наверняка объединяет вас с супругом, правильно? Когда есть общее занятие. Вы знаете, я вам хочу сказать, что любое дело совместное с мужем, с детьми, семьей, которая делается с любовью, оно объединяет. Конечно, если когда-то это начиналось, может быть, так просто таком на интересе, то сейчас это уже, да, это, можно сказать, семейное хобби. Потому что если я раньше там говорю, вот, хочу глобус, там как-то это не воспринималось всерьез, то сейчас прислушивается, и муж прислушивается. И дети, если увидят где-то что-то, там тоже могут подсказать. Им интересно, может, приходят, когда друзья, ведь... Интересно же похвастаться. Да, да, Наталья. Ну, даже, наверное, Рому вы заразили своего, он тоже уже начал... Что он собирает? Машинки? Машинки, да. Да? Да. Младший сын, у него машинки, он очень рано научился различать марки автомобилей, у него много моделек, да. Ну что ж, мы желаем вам и дальнейшего такого дружного единения семейного. Пусть ваша коллекция пополняется новыми экземплярами, но и, конечно же, радует друзей и окружающих. Спасибо большое. Всего вам самого хорошего и спасибо большое, что вы к нам пришли сегодня в гости. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Ты знаешь, Саша, послушала сегодня нашу гостью, еще раз убедилась в том, что семейная жизнь при наличии общего дела становится интереснее. Я абсолютно с тобой согласен. И поэтому мы желаем вам, телезрители, чтобы вы взяли себе на заметку такой интересный рецепт. Всего хорошего вам, доброго вечера. До свидания. Пока-пока. Мне не важно завтра.